Уважаемый председатель Си Цзиньпинь, дамы и господа, для меня большая честь вручить высшую государственную награду Российской Федерации, орден святого апостола Андрея Первозванного, нашему большому другу, председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпиню. Этот орден – свидетельство признания России ваших особых заслуг в развитии всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими государствами, в укреплении дружбы между народами двух стран. Уважаемый председатель Си Цзиньпинь, дорогой друг, вы всегда были и остаетесь последовательным сторонником тесного сотрудничества между Россией и Китаем на основе равноправия, доверия, открытости и уважения интересов друг друга. Об этом свидетельствует и то, что свой первый зарубежный визит в качестве главы Китая вы совершили в 2013 году именно в Россию. Такие дружеские жесты дорогого стоят. Мы это прекрасно понимаем и можем оценить. С тех пор российско-китайское партнерство еще больше укрепилось и продолжает интенсивно развиваться. Отмечу, что при вашей непосредственной поддержке реализуются крупнейшие двусторонние проекты в торгово-экономической, военной, военно-технической, гуманитарной и других областях. Заметно активизировалось взаимодействие наших стран и на международной арене. Хочу от всей души пожелать вам, уважаемый председатель Си Цзиньпинь, всего самого доброго, успехов, здоровья, благополучия, а дружественному китайскому народу – мира, стабильности и процветания. Указом президента Российской Федерации за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Китайской Народной Республики орденом святого апостола Андрея Первозванного награжден Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики. Уважаемый президент Путин, дорогие друзья, позвольте поблагодарить президента Путина за теплые слова. Президент Путин наградил меня орденом святого апостола Андрея Первозванного. Это для меня большая честь. Считаю, что это является не только почетом лично мне, но и отражением большого внимания российской страны к развитию китайско-российских отношений, показывает искреннее чувство дружбы российского народа к китайскому народу. Пользуясь случаем, хотел бы сердечно поблагодарить президента Путина лично, также дружеского российского народа. В настоящее время китайско-российское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие переживает наилучший в истории период. Обе стороны в духе равенства и доверия, взаимной поддержки, совместного процветания, многовековой дружбы прилагают усилия к укреплению политического взаимодоверия, активно продвигает сопряжение «Один пояс, один путь» и ЕС. На международной арене поддерживают тесную координацию и взаимодействие, что значительно способствовало собственному развитию и процветанию обеих сторон, а также является важным стимулом и положительной энергией в поддержании мира и стабильности в мире. Мы с президентом единодушно
договорились о том, что как бы ни изменилась внешняя обстановка, китайско-российские отношения всегда не подвержены влиянию. Мы настроены на наращивание взаимного поддержки и всестороннего сотрудничества, продвигать наше сотрудничество вперед для достижения больших реальных результатов на благо наших народов и народов всего мира. Мы полны уверенности в развитии китайско-российских отношений. Я буду бережно хранить этот орден как знак китайско-российской дружбы. Буду твердо и неуклонно продвигать наше всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие непрерывно вперед. Спасибо, благодарю вас. Уважаемый председатель Си Цзиньпинь, дорогие друзья, конечно, в таких случаях так и говорится, что это знак внимания и знак уважения к нашим российско-китайским отношениям, знак уважения ко всему китайскому народу. Так оно и есть. Это награда, свидетельство нашего отношения к Китаю, к китайскому народу. Но я знаю господина Си Цзиньпиня уже не первый год. Он хоть и возглавляет великую державу, великую страну, он всегда в личном плане всегда проявляет известную скромность и предпочитает о себе не говорить. Но я бы хотел подчеркнуть, что именно он руководит китайской внешней политикой. И я знаю, не понаслышке, потому что мы с ним работаем вместе, что он лично вносит огромный вклад в развитие двухсторонних связей и принимает решения по ключевым вопросам российско-китайских отношений. И мы это очень ценим, хочу это подчеркнуть. Эта награда именно подчеркивает ваш личный вклад в строительство наших отношений. Мы вам за это очень благодарны. Еще раз вас поздравляю и желаю всего самого доброго вам, вашей семье и всему китайскому народу.